Надеюсь, вы соскучились по новым невероятным историям спасенных котиков. Двое полицейских патрулировали дороги, когда заметили что-то странное. Они вышли из машины и подошли к объекту. Им оказался маленький рыжий котенок, который дрожал и плакал от холода. Офицеры сразу же подобрали его и отвезли в ближайшую клинику. Животное сильно замерзло и практически не могло ходить. Врачи сразу же приняли меры, накормили пушистого и обогрели. Через несколько дней полицейские навестили котика. Он уже вовсю игрался и был активным. Сотрудники центра животных влюбились в эту мурлыку и назвали ее Эмброуз, а один из врачей приютил ее у себя. Котенок по имени Трей был найден в опасном состоянии. Его привезли в клинику, где девушка по имени Карла согласилась приютить его и ухаживать за ним. Дело в том, что Трей родилась парализованными задними лапками. Несмотря на это, Карла, занимающаяся спасением кошек, не побоялась взять на себя ответственность. Через некоторое время Карла нашла Трей нового друга, похожего на нее. У черно-белой кошки по имени Далила также парализована нижняя часть. Котики сразу же нашли общий язык и стали неразлучными друзьями. Несмотря на их недуг, пушистые очень активные и любят играть. Они во всем помогают друг другу. Котика по кличке Самуил или Сэм нашли в очень плачевном состоянии. Его держали 2 года в заперти. Спасатели, которые его обнаружили, посчитали, что нашли его уже слишком поздно. Сэма привезли в городской приют Хьюстона, где его должны были усыпить. Но о нем узнала девушка-ветеринар по имени Лесли Рейнс. Она нашла организацию, которая согласилась принять на лечение больного котика. В больнице врачи обнаружили множество болезней, среди которых чесотка, иммунодефицит и сильное истощение. По прошествии некоторого времени Лесли привезла мурлыку к себе домой. Так началось долгое восстановление. Через несколько месяцев котик смог раскрыть глазки. Его вес увеличился, а шерсть стала отрастать. Через год, когда котик выздоровел, Лесли стала искать ему хозяина. На фото Сэма откликнулся Брайан Смит, который недавно потерял своего питомца. Когда котик встретился с мужчиной, они сразу же нашли общий язык. А его спасательница Лесли поняла, что они идеально подходят друг другу. Сейчас Брайан и Сэм радуются жизни друг с другом. Фиби Гилл, увидев в интернете фото одноглазого котика по кличке Стич, не думая, решила взять его к себе. Мурлыка перенес операцию на один глаз, после того, как его предыдущий хозяин не вылечил его вовремя от болезни. Несмотря на этот недуг, Фиби не сомневалась в красоте своего нового питомца. Единственное, за что она волновалась, как ее собака Аляска примет нового жителя дома. Ее опасения были напрасны. Песик стал лучшим другом Стич. Теперь они играются, спят и ходят вместе по пятам за своей хозяйкой. Сотрудница аптеки Майана Вестфол была дома, когда ее коллега принесла коробку с маленьким котенком, который бродил рядом с их работой. На следующий день она отвезла котика по кличке Тоби к ветеринару. У животного оказалась серьезная инфекция глаза, дыхательных путей и язва. Купив все необходимые лекарства, Майана начала лечение. Через несколько дней котику стало лучше. Он даже начал носиться по квартире в поисках приключений. По прошествию месяцев котик вырос. Его правый глаз стал плохо видеть, но он не ослеп. Однако Тоби заболел хроническим герпесом, при котором ему нужен особый уход. Несмотря на это, Тоби и Майана отмечают первый день рождения пушистого с огромной радостью. Бродячий белый кот пытался попасть в одну из больниц Стамбула, но застрял между вращающейся дверью. Животное не могло дышать, но сотрудники, заметив его, сразу же бросились на помощь. Доктор Халил Акюрик осторожно вытащил котика и начал сердечно-легочную реанимацию. После того, как сердце снова начало биться, врач надел на животное кислородную маску. После этого он посоветовался с ветеринаром о лекарствах для его нового пациента. Котика назвали «Миракл», что означает «чудо». Врач, который его спас, понял, что сама судьба привела к нему этого пушистика и решил его приютить. Теперь это чудо живет с добрым доктором. Ставь лайк этим храбрым мурлыкам и делись этим видео с друзьями.